Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня вам расскажу маленько про экскурсии, которые мы посетили на Кавказе. Ну, турфирм, конечно, на Кавказе очень много. Выбирай любую, как говорится. Турфирма Русь, и Кавказ, и Жемчужина Кавказа, вроде там есть, и Надежда. Много всяких названий. В общем, маленько вкратце расскажу вам про экскурсии, которые мы посетили на Кавказе, и также маленько покажу вам нарезки красивых мест, и также расскажу, сколько какая экскурсия стоит. По экскурсиям также можно посетить обзорные экскурсии по Синтукам, стоит где-то 300 рублей плюс 150 грозилечебница, вход в грозилечебницу имени Семашко. Также можно посетить катание на лошадях, 600 рублей возят в летнее время, особенно в горное место, там живописно, очень красиво. Ну, конечно, самый лучший, один из лучших, мне кажется, красочных мест посетить, это Медовый водопад плюс гора Кольцо. Гора Кольцо, чем красивше, она вот как бы наскальное там место, вот специально образовано раньше, как говорится, вот не знаю, в давнее время, как говорили, легенда какая-то была, что вода обмывала там океаны, как бы. Ну, в общем, красивое место, очень наскально посетить. Медовый водопад очень красивый, это в летнее время. Ну, в зимнее мы посещали, тоже, в принципе, красиво, красочно. Ну, в летнее время это вообще шикарно, мне кажется, вообще посетить. Советую. Рублей, сколько она стоит? 700, но сейчас подороже. Плюс там вход 60 рублей, для детей там 30. Ну, как бы экологический сбор. Вход в медовые водопады, ну, в само место, где вот образуются медовые водопады. В принципе, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, на субботу, воскресенье каждый день возит. Также можно и посетить и Кисловодск, плюс замок Коварство и Любовь. Также обзорно по Кисловодску можно самим съездить, и всегда ходит или в электричке с утра до вечера. В принципе,
40-50 минут можно доехать до Пятигорска, до Кисловодска. Ну, до Медвод, конечно, подальше, но там подороже стоит, но тоже можно посетить, посмотреть. Что еще можно посмотреть? Также в Железноводск можно красиво съездить, вам посетить, посмотреть парк очень красивый в Железноводске. Также там посмотреть, попить водички минеральные, там тоже красивые бюветные, и на озере поотдыхать, и покататься на лодках. В общем, красивое место, советую тоже посетить. Экскурсии обзорная по Пятигорску, храмы Пятигорска, мощи Святой Матроны, 700 рублей тоже стоит. Также и обзорная, посещение Лермонтовской места, гора Машук, подъем на гору Машук, можно самим съездить, как мы ездили сами, можно посетить, ну так, не спеша, там возит на автобусе, и на где погиб смерть дуэли Лермонтова с Дантесом. В общем, также мы еще когда ездили, возят еще на, ну мы были когда на Пятигорске со своим ходом, сами ездили, проходили, когда ходили на провал, место, где озеро там у них такое. И у них как там сделано красивое место, и вход в озеро, на озеро провал, там щелочное такое, что он красиво сероводородное озеро такое, и там у них вид сделан красиво, там как бы, и сам место это очень шикарное. Посетите, обязательно посетите, проходите мимо, когда проходите, там много мест хороших. И памятник, не помню кому там, ну и можно там, как бы, эти ванны бесстыжие проходишь, когда тоже некоторые люди даже купаются в ваннах. Ну это очень тоже шикарно, красивое место, советую вам посетить. Ну если поедете сами, подешевле будет стоить. А так она стоит 600-700 рублей. Ну, 700 рублей сейчас подняли цену тоже. Сейчас, наверное, подороже. И плюс там дополнительные расходы там на гору Машук, посещение везде.
популярные экскурсии советую вам посетить. Это вот Домбай, плюс Купани завозят жемчужина Кавказа. 1600 Домбай, плюс, ну, это уже со всеми канатными дорогами, плюс 400 завозит на Купани жемчужину Кавказа, термальные источники. Очень красивое место, особенно в летний период, с мая по октябрь. Ну, в зимнее время тоже мы ездили, тоже очень красиво. Ну, еще возят там Чегемские водопады, Верхняя Балкария, тоже экскурсия. Какие еще экскурсии есть? Ну, вот. На Эльбрус, Чигет и Азау, тоже 1500 плюс канатки стоит дополнительно, там завозит в летний период и на долину Нарзанов, очень красиво тоже. Ну, 1600 человека плюс 400 дополнительное там до канатки, 1500, то есть, извиняюсь. Ну, тоже вот Эльбрус советую посетить. Какие еще там экскурсии в летний период, там Архыз, плюс Купание можно посетить, но в зимние там тоже бывает, возят, но в летом лучше, конечно. Термальные источники, станица Суворовская, красивые. Что еще можно посетить? Катание на лошадях, конечно, везде, особенно в летний период можно. Также еще, что, ну, в город Грозный. С утра в 6 часов уезжают, привозят где-то поздно ночью, 22-23 где-то к вечеру, стоит 2000-2200 сейчас подняли, и плюс дополнительные там посещение мечети Белой Шали.
Очень красивая обзорная экскурсия, советую посетить, понравится. Красивый город Грозный обстроен сейчас, Грозно-Сити. И также красивая Шали, в городе Шали, белая мечеть. Сердце Матери тоже завозят, мечеть в Грозном тоже очень красивая. Ну, что еще, какие там можно экскурсии посетить, плюс к этому еще в летний период возят купаться вот на всякие, как бы сказать, озера есть тоже. Вот есть Чегемский водопад и Верхняя Балкария, как говорил, ущелье Осетии, Грозный плюс Аргун, ансамбль Вайнах, тоже вот есть такие дельфинарии, плюс возят еще, ну, что форелевое хозяйство, гора Кольцо, страусиная ферма, ну, плюс к этому еще дополнение, это вот, плюс к экскурсиям. Ну, так-то очень насыщенная программа, так что всем советую посетить, если будете на Кавказе, там все рядом, Пятигорск, Синтуки, Кисловодск, все рядом посетить можно и на экскурсии, там на автобусах, ну, электрички ходят, тоже билеты недорогие, где-то 100 с человека билеты, ну, 100 рублей в один конец туда, что в Кисловодск, с Синтуков мы ездили, или, например, в Пятигорск, а минеральную воду чуть подороже, рублей 70 вроде было, а сейчас подорожало, может, а в Пятигорск, в минеральную воду где-то 120-130 рублей. Ну, сейчас, конечно, все подорожало, все дорожает. Так что всем советую посетить, всем понравится. Кавказ красивый, минеральной водички и попьете, оздоровитесь свежим воздухом. Так что на этом будем заканчивать свою, как бы, презентацию этих экскурсий, которые мы посещали на Кавказе. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал «Отдых с нами. Дальние страны» всегда будет с вами. Впереди будет еще много увлекательных экскурсий в другие страны, куда мы поедем. Будет презентация, конечно, покажем, осветим. Так что желаю вам счастья, удачи, здоровья. Здоровья особенно, главное, всем желаю. До новых встреч, друзья. Пока-пока.